Добрый вечер. Телефон прямого эфира моей с вами любимой, обоюдолюбимой радиостанции 65 10 996. Пока звонков нету, ни одного, поэтому никто мне не звонит. И есть время поговорить о совершенно удивительном социальном явлении, очевидцами которого мы стали со вчерашнего дня. Вчера, без объявления войны, но в нашей жизни произошло нечто доселе, на мой непосвященный взгляд, совершенно невиданное. У нас произошло наступление общественной организации на общество. Причем с такими карательными претензиями. Часть людей организовалась, легализовалась, заявила себя как людей, объединенных одним интересом, и решила, что это дает им основание, как минимум, выступать солидарно, что абсолютно правильно. Люди для этого объединяются иногда в колхоз, чтобы землю пахать, иногда в армию, чтобы воевать, порой даже добровольную, иногда, чтобы отстаивать свои общественные интересы. И вот здесь люди, собравшиеся в некую общественную организацию, стали давать карательные рекомендации остальному обществу. Они стали объяснять, что правильно, что неправильно, как и кто должен поступать, и как и кого за что нужно наказывать. Вообще, само по себе явление вот такой агрессивной позиции какой бы то ни было общественной организации, но это странно. Я причем даже не говорю о том, как это коррелируется с законодательством нашим. Просто сам по себе факт. Собираются люди, иногда они делают это в песочнице, разливают на троих, а потом говорят: «Слышь, ну Васька-то вообще-то не прав, а потом ему в репу дадим». Не, а что в репу? Пусть он нам лучше ящик водки даст. Это тоже выражение позиции определенной социальной группы по отношению, в данном случае, к конкретному Ваське. Но точно так же эта группа может, выпив в песочнице, предположить, что ящик водки им должен дать магазин. Тогда они приходят к директору и говорят: «Директор, дай». Это уже гоп-стоп, квалифицируется уголовным кодексом. Но так или иначе, это тоже позиция какой-то части общества. Они считают себя вправе заявлять претензии на этот самый ящик. Мы с вами удостоились более масштабного явления, причем оно парадоксально до невозможности, именно поэтому порождает такой богатый, широкий спектр аналогий. Вот представьте себе, когда вместе объединяются дезертиры, и они заявляют, что армия не права. Вот мы дезертиры, штык в землю, мы вообще-то за мир и дружбу. Армия — это вот эти люди, которые позволяют себе кого-то убивать, они идут войной, они захватывают чужое, иногда отвоевывают свое, и тем не менее делают это весомо, грубо, зримо. Поэтому мы требуем, либо хотя бы просто рекомендуем, но продумать по отношению к армии серьезные репрессивные методы воздействия или хотя бы просто факторы сдерживания. Если солдат стреляет, то давайте ограничим дистанцию, на которую он стреляет, потому что он, не дай бог, на 500 метров кого-нибудь все-таки убьет. Давайте так. Армия должна стрелять на дистанции там 50 метров. Все. Дальше нельзя. Танк. Что такое танк? Танк вот он просто вот так вот взял и поехал? Нет. Танк должен ехать медленно, осторожно, с соблюдением правил дорожного движения. А самолет? Это он просто вылетел и начал кого-то бомбить? Нет, не имеет права. Нужно ограничить самолет. Мы, дезертиры, считаем, что самолет нужно ограничить. Нельзя, чтобы истребитель, тем более бомбардировщик, позволял себе какие-то выходки, особенно на театре военных действий. Это неправильно. Вот мы, дезертиры, считаем, что это неправильно. В обществе как нужно к этому относиться? Нужно говорить, что дезертиры — идиоты, пошли нафиг? И вообще вас всех пора пересажать? Вообще-то, конечно, да. Но только не в нашем обществе. В нашем обществе так удивительно все устроено, что когда те же самые дезертиры, предположим, заявят свои притязания на руководство армии и определение правил поведения армии на поле боя, они будут вежливо выслушаны, на них обратят внимание, и по их поводу разразится масштабная общественная дискуссия. Действительно любопытно, имеет ли право танк, например, въезжать во вражеский окоп? Или ему нужно остановиться до вражеского окопа, потому что там люди из позиции дезертира неправильно давить гусеницами, пусть даже и врагов, а также неправильно выскакивающих из этого окопа вражеских солдат расстреливать пулеметом. Это, знаете ли, не то принуждение к миру, которое нас бы дезертиров устроило. Представьте себе, когда, например, геи начинают, собравшись в общество и нарисовав красивые флаги везде, где только можно, начиная от частей тела и заканчивая заборами, диктовать остальному обществу правила поведения, в том числе правила полового поведения, кому что можно, кому что нельзя, и вообще как правильно. Принято, исторически принято, и я полностью поддерживаю, исторически принято брать какой-нибудь отрезок водопроводной трубы и бить по голове.
Не призываю к насилию, просто рецензирую как факт. Еще со времен советской власти у милиционеров было такое послушание. Они ходили к Большому театру. Тогда это другим словом называлось. В переводе на современный толерантный — «голубых гонять». А тогда милиционеры выражались более конкретно. Говорили, ну что, пойдем вломим этим. Дальше шло очень точное указание, кому именно. С тех пор мало что изменилось. Жаль, что в Уголовном кодексе нет статьи по этому поводу. Но, так или иначе, сам по себе факт. Некого общественного образования, которое появляется и начинает всем рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо. Удивительное явление. Но демократия тем и хороша, что даже импотенты могут рассказывать фабрике по производству Виагры о том, насколько фабрика не права, а изобретатель Виагры вообще-то враг народа, и все должны быть импотентами, потому что нам Виагра не помогает. И живется-то нам плохо, и вообще-то нам грустно. Поэтому ваша Виагра, она для здоровых, а мы уже больные, и общество должно подлаживаться под нас, поскольку мы больные, а мы сила. Но вчера у нас произошла конкретизация этой ситуации. Она дошла именно до такого же абсурда, но под флагом отнюдь не голубых и даже не импотентов, хотя попахивает именно этим, это все замутил Союз пешеходов. О существовании Союза пешеходов как-то не очень было слышно. Они возникли как некая конструкция на горе, внезапно, причем в той самой позе, когда присел и видно тебя далеко. И вот в этой достаточно удобной, комфортной позе Союз пешеходов начал рассказывать о том, что водители все-таки не правы. В городах скорость должна быть ограничена до 50 км в час. И вот так вот как-то коряво сейчас получается в нашем обществе, что пока не обеспечены безопасные пешеходные переходы, в общем-то нет морального права повышать штрафы за нарушение правил дорожного движения для пешеходов. Вот эта конструкция совершенно поражает, причем высказал ее председатель этого движения Владимир Соколов, на которого ссылки есть со вчерашнего дня во всех средствах массовой информации. Позавчера я знал других Владимиров Соколовых, это были очень приличные люди, ни один из них импотенцией не страдал, в том числе и моральной, а вот тут вдруг возникло некое движение, возглавляемое председателем Владимиром Соколовым, заявляющим о том, что пока мы пешеходам не предоставим другую страну, ну контекст-то такой, мы не вправе ничего требовать от пешеходов. Причем по статистике, статистика, она у нас лукавая, но даже несмотря на кривизну свою и корявое отражение в зеркале, она констатирует, что половина ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов. Они противолодочным зигзагом мечутся по дороге, прыгают под колеса, их сбивают, и вот теперь Союз пешеходов считает, что ни в коем случае не может быть никакого иного взаимоотношения и взаимодействия и метода давления на водителя, как оплата и посадка в тюрьму. Ну, в зависимости от того, насколько серьезно пострадал пешеход. То есть ты едешь по правилам дорожного движения, тебе под колеса прыгает пешеход, пешеход сбит, и именно это делает тебя априори виноватым. С точки зрения тех самых дезертиров, которые полагают, что танку на поле боя не место, поскольку это слишком плохо сказывается на самочувствии врагов. Пешеходы, они очень масштабно замутили вчера провокацию. Причем, что хорошо, это такая пиар-провокация. Она замечательна, как любой пиар, не имеет правовых последствий, но обращает внимание именно по факту явления. Раньше нам не диктовали маленькие социальные группы, а пусть даже и большие социальные группы, порочных своих взглядов и требования соответствовать их представлению о том, что такое хорошо и что такое плохо. В фашистской Германии такое было. Да, там действительно определенные группы лиц объясняли всем остальным, как те неправы и как они, те, кто неправ, должны жить, существовать и действовать. Вот этот союз пешеходов, он больше всего стал заметен как раз именно своими притязаниями по поводу средней скорости и попытки 60 км в час разрешенных снизить планку до 50. По этому поводу все тот же Владимир Соколов, во-первых, спутал Америку с Европой и сказал, что давайте сделаем, как в Америке и Европе, там давно уже полтинник. Давайте уточним, в Америке 50 чего? Миль в час или километров в час? Есть такое ограничение на американских дорогах 55 миль в час. Знаете, 55 миль в час, это, мягко говоря, 90 км в час. Это очень неплохая скорость. Если Владимир Соколов имел в виду, что нужно ограничить скорость в городах до 90 км в час, я бы обсудил это, хотя, честно говоря, не советовал бы. Но здесь еще примечателен момент. Владимир Соколов, объясняя вот эту трагическую подоплеку
пешеходов, которые не успевают уворачиваться, он так интересно выстроил свое умозаключение, что вроде бы на 60 км в час от машины фиг удерешь, а на 50 км в час появляется какой-то шанс. Вообще, если ты получаешь КАМАЗом по голове, то неважно на какой скорости, даже на скорости 10 км в час, КАМАЗом по голове это смертельно. Здесь кроме скорости ведь играет еще и масса. Когда 17,5 тонн на скорости 5 км в час бьют в голову, от человека мало что остается. Перерыв на новости и рекламу. Телефон нашей с вами любимой радиостанции 60... Вот видите, на цифрах уже так на выдохе хотел изящно, не получилось. 65-10-9-9-6. Хорошо, что вы звоните. Евгений, вы на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот подошел момент мучиться выбором нового автомобиля. Сейчас у меня Mitsubishi Outlander 2006 года. Вот я смотрю на Touareg. Правильно смотрите. Но он такой достаточно дорогой, и я боюсь по двум каким-то причинам. Первое, это вот подвеска, пневмоподвеска. Вообще, насколько она, ну, как бы поможет, там, да, лучше все-таки с ней брать или без нее. И не будет ли с ней проблем лет через пять, когда я буду продавать, или до этого момента. Знаете как, проблемы будут, и вы никогда не найдете заговоренную машину без этих самых проблем. Хотя заговоренные бывают из Японии, но вы помните, потому что туда подселяют дух японского дедушки. Любой другой аппарат так или иначе обрекает вас в процессе эксплуатации на то, что вы когда-нибудь не заметили ямку, свалились в нее, потом у вас что-то, какой-то шумок проскочил, вы не обратили на него внимания из-за хорошей шумоизоляции, выяснил, что это был подшипник, а подшипник потом начал подклинивать и цветами побежалости вас предупредил. Хорошего из этого тоже ничего не вышло. Но очень правильно то, что вы идете по ступенькам совершенства и от середнячка, на котором ездите сегодня, целитесь уже в категорию воистину очень приличной техники. Вот тут можно только порадоваться за вас. Но так все-таки мне в пневмом подвеску, как вы считаете? Знаете как, вы не угадаете. Нельзя сказать, что вот нет такого. Вы выйду на улицу, гляну на село, и, соответственно, вам будет здорово и весело. Пневмоподвеска на новой машине живет великолепно. И она даже очень неплохо переходит еще в руки второго владельца. Хотя я знал экстравагантных ребят, которые пневму умели размочалить буквально в течение одной недели, даже без особых усилий. И при этом, вот это то же самое, как молодой водитель. Он говорит, ну знаете, ну я же начинающий, вот я тут телеграфный столб зацепил. На роду человеку не написано зацепить телеграфный столб. И на роду машины тоже поломки не написаны. Но как повезет, если хотите вот конкретно узнать, повезет или не повезет именно вам, то есть специальные организации, которые занимаются этим. Они не очень точны в прогнозах, но довольно эффективны в уговаривании вас. Оккультные салоны, там можно пойти, они вам гороскопчик какой-нибудь оставят. Мне очень нравится сочетание у Touareg трехлитрового турбодизеля и пневмоподвески. На мой взгляд, это вершина. Это вот универсальный такого автомобиля пока еще мало что придумано. Эта штука позволяет в том числе хулиганить там, где не каждый внедорожник себе позволяет хулиганство. При этом в городе она тихий кроссовер, аккуратненько прижалась к земле и своим полным приводом просто выручает вас, особенно при парковке. Скажите, Евгений, спасибо. А вот как вам понравилось выступление Союза импотентов, в смысле Союза пешеходов? Ну, знаете, вот я вот их прям сразу осуждать так вот не берусь. На самом деле, мне наших пешеходов, поверьте мне, жалко. Особенно мокрых сейчас вдоль луж стоящих, мне тоже жалко. У нас настолько плохо организованы тротуары, пешеходные переходы. И они, во-первых, неправильно. Вот люди там, где проходимость, а до пешеходного перехода, до светофора ближайшего, это нужно бежать, фиг знает сколько. Идти там, да, там бабушки те же с колясками там ходят. Это светофоры не везде. Да, ну, Евгений, знаю, но... Мне их жалко. Скажите, Евгений, если скорость до 50 км в час снизить, тогда пешеходных переходов безопасных станет больше? Да нет, конечно. Тут смысл не в этом вообще нету какого-то так, актуального смысла. Во-первых, у нас скорость по дорогам нашим московским там 40 не превышает км в час. Вот. По улице даже. Да вообще-то, знаете, у нас средняя 29 километров в час средняя скорость движения по Москве.
ерунда. А вот, кстати, извините, я не совсем в курсе, все-таки приняли закон ли о том, чтобы пешеходам какие-то полосочки светящиеся были. Вот они бы, когда пустая дорога ночью, они бы, может быть, их гораздо больше бы спасли, чем ограничение скорости 50 км в час. Спасли бы. Знаете, если бы у нас пешеходы, особенно дедушки и бабушки, которые ходят во всем похоронном в расчете на то, что в этом лягут в могилу, приукрасились бы, как европейские дедушки и бабушки, во все светленькое, шикарненькое, чистенькое, блестящее и со световозвращающими полосками, я был бы за них только рад. Вы себе представляете бабу Марью, грядущую в ночи с центральной усадьбы колхоза? Слабо. Она при этом еще радостно светится. В принципе, это же закон о красном флаге. Если помните, англичане, перед каждым самодвижущимся экипажем должен идти человек с красной тряпкой, предупреждать всех об опасности. Вот мы к этому идем. Понятно. Конечно, я вот по поводу стоять на стороне пешеходов именно вот в той интерпретации, которая вот сейчас вот прозвучала, вот это их высказывание, да, но это глупо. Чтобы пешеходам было безопаснее, нужно немножко другие вещи проводить. Мне тоже кажется, что не с водителей надо начинать. Да. Да, тупо ограничивать водителя, это бессмысленно и бесполезно. Пешеходы. И рано или поздно все пешеходы становятся водителями, некоторые водители пешеходами. А некоторые водители пешеходами, да. Я, например, люблю ходить, когда у меня есть возможность не ехать на машине, я, в общем-то и целом, спокойненько иду пешком. Я тоже умею ходить пешком. Я научился 45 лет тому назад ходить пешком, и с тех пор до сих пор этот навык не утратил. Да, я тоже более профессиональный пешеход-водитель. Раньше научился ходить. Спасибо вам. Геннадий, это вы. Ваш выход. Добрый вечер. Здрасте, Геннадий. Здравствуйте, Сергей. У меня такой вот небольшой вопросик к вам. В предыдущих передачах было такое ваше высказанное мнение, что Mazda 5 это странный автомобиль. И больше я ничего не слышал. Можно было бы узнать как-нибудь поподробнее ваше мнение об этой машине? Вы зум-зумом сильно увлечены? Да. Вы его обычно в каждой Mazda находили? Нет, вот одна Mazda была как раз пятая, купили на вторичном рынке, 40 тысяч пробега у нее было. Ну, Mazda 5 очень неплохой вариант, но там зум-зума нет, там хорошо раскладывающиеся сиденья, аккуратно расползающиеся в разные стороны дверки и унылый салон, сделан, по-моему, человеком в тяжелейшей стадии импотенции по дизайну. А ходовая двигатель, что по этому поводу? У кого? У CX-5 или вы... Нет, у Mazda 5, автобусчик, да. Да, у нее вот специально под нас Mazda сделала очень правильный маркетинговый ход. Поскольку мы недолюбливаем двигатели, особенно на такой кубатуре с маленькими объемами, они именно для нас сделали то, чего нету на других рынках. Двигатель бензиновый 2.0 и коробка-автомат. Молодцы, это безупречный маркетинговый ход. И вот... Да? Коробка-ручка и двигатель 1.8. Это тоже правильно, но не зря они сделали 2.0 автомат, потому что основные продажи идут 2.0 автомат. Но 1.8 на ручке, тем более там очень хорошо подобраны передаточные числа коробки, нормально совершенно едет, и в общем никаких проблем. Понятно. Ну вот как раз эта Mazda 5 прожила у нас в семье 5 лет, жена ездит на ней уже за 3 года, наездила 140 тысяч, в итоге 180 уже. Пока все шикарно, кроме подшипников, амортизаторов, все, естественно, меняется, потому что это расходные материалы у нас по нашим дорогам. Да. И вот сейчас думаем поменять что-нибудь на типа такого же микроавтобус, минивэн, универсал большой. Что посоветуете, может быть? Ценовой политики это до миллиона. До миллиона, значит, вы уходите на вторичный рынок. Либо пытаетесь с французами, например, с Циником, либо с C4, с Ситроеном. То есть либо Рено, либо Ситроен, они как раз будут. Либо, опять-таки, смотря, что значит вен, потому что есть же, например, C3 Пикассо. Это ящик, будь здоров какой, но он строго четырехместный с большим багажником. То есть это вен, но сзади у него только стоячие места, сидячих нет. Ну, очень желательно, да, большой багажник. Большой багажник. Вы можете, конечно, пойти на поиски Зафиры и найти себе хорошую Зафиру калининградской сборки. Либо вы ходите по французам, либо другой вариант. Вы можете пойти к коммерсантам и посмотреть Peugeot Partner TP.
Это коммерческая машина, но она совсем шикарный сарай. Там можно еще и спеть и сплясать. Я понял. Но что-то Зафира никак. Так. Peugeot тоже это правило 3F. А вот по поводу Hyundai H1 идет как вот такая машинка. Шикарная «Газель». Она заднеприводная. И у вас должен быть устойчивый навык управления машиной с разгруженной ведущей задней осью. Это, знаете, когда в поворот входишь, наступаешь на газульку, а ее почему-то поперек ставят. Она сама поворачивает. Шикарная машина. А она великолепно поворачивает. Задом. Я понял. А по эксплуатации сколько там она? 100-200 тысяч проживет? Скажем, вот эта Mazda 200 тысяч у нас прожила, и ничего в нее там не лазили никуда. Она проживет 500 тысяч, без вопросов. Это «Газель», это коммерческая машина. Она сделана для того, чтобы вы из нее всю душу вытряхнули. А она после этого только счастливо вздохнула возле забора и отдала там все 4 колесика. Брык и сдохла. Но через 500 000. Она крепкая коммерческая машина. Ну, да, в принципе, я так и предполагал, но ваше мнение тоже, да, как раз интересное, да, оно дополнило мое. Здесь вот у меня товарищ как раз за рулем рядом сидит, и он у вас хотел спросить, есть ли такая возможность, да, передать трубочку, или я просто... Ну... А, вот он спрашивает, Toyota Venza существует ли на ручке? Она... Нет, Venza, она американец, а в Америке на ручке просто ездить некому. А, не умеют. Не умеют, конечно, ну что вы. У них же даже не зря армейская машина, Хаммер, на автомате, потому что найти новобранца, который знает, что такое три педали и этот рычаг сбоку, просто не удается. Поэтому Venza, она именно на автомате. Спасибо большое за информацию. Скажите, Геннадий, а если 50 км в час в городе сделать, пешеходов больше из-под колес успеет удрать? Нет, конечно. То есть догоним? Есть, смысл есть. Там почти полупешеход, потому что жена у машины, друг меня катает на работу с работы. Друг. Там хожу много, да. Это все культура... уже пешеходного, да, самого. Идем, как все, по камням, ничего здесь не поделаешь. Это надо со школы, с детского садика, из семьи прививать правила. Эх, спасибо вам, перерыв на новости. Телефон в студии 65-10-99-6. У нас на линии Алексей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Сергей Степанович. Одно удовольствие вас слушать. Слушаю уже не первый год. Алексей, слушать вас — это два удовольствия. Одно мое, одно ваше. Спасибо. Значит, муки выбора, как всегда, жене хотим взять Тигуан, но между дизелем и бензином двухлитровым. Жене цветы, детям мороженое, вы же помните формулу. Это да, но вот склоняемся к дизелю, есть ли у него какие-то недостатки? Ну, недостаток у него чисто топливный, потому что мы с вами не знаем, как быстро вы хлебнете какого-нибудь яду. Если ваша стараюсь жена... на Лукойле стараюсь заправляться, но это, конечно, не гарантия. Абсолютно не гарантия, тем более, что Лукойл в этом отношении тоже любит раздавать кому-нибудь по франшизе свои логотипы, и поэтому можно нахлебаться по полной программе. Сам по себе дизелек очень правильный. Знаете, открою вам страшную тайну. Тигуан, в принципе, создавался под двухлитровый турбодизель. То есть вот когда эту машину делали, то сначала ее сделали двухлитровым турбодизельным аппаратом, а потом уже подумали, ну, наверное, кому-нибудь надо будет что-нибудь бензиновое придумать. Ну, хорошо, кто там русский, да, а ну ладно, для них давайте что там, 1.4, 1.8, и понеслась. Изначально эта машина была дизельная, она, собственно, и есть дизельная, и, конечно, в Европе основные продажи приходятся как раз на дизельную версию. Она... Ну, а то, что я знаю, что этот двигатель, он еще в 170 силах есть. В исполнении, да, на Пассатах. Да, 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 да. А это же зачем иметь 258 разных запчастей по номенклатуре, когда можно 3? Он и там, и сям, и очень, очень хороший получается полноценный автомобиль. Единственное, что вот по Тигуану, возможно, вы слышали, какая сейчас идет разборка по прошивке АБС, и я спрашивал у клубников пострадавших, есть ли разница в комплектации. Например, дизель, он все-таки потяжелее, возможно, там и настройки какие-то другие. Они говорят, нет, тут нет разницы. И бензиновые, и дизельные у части клиентов под подозрением, что АБС-ки настроены корявым образом, поэтому успеваешь долететь до вражеского бампера и поцеловаться с ним, прежде чем машина останавливается. Вот завтра с утра я уеду из Москвы на Q3,
специально взял его посмотреть, что там у Audi. А на следующей неделе я возьму в представительстве Tiguan и буду пытаться сымитировать эту ситуацию. С тем, чтобы понять, потому что если у какой-то части клиентов возникла эта проблема, причем неважно, мужчины или женщины, значит, все-таки каким-то боком они на нее как на грабли наступают. Либо это особенность владельцев, либо это особенность машины. Вот поэтому с женой пока поберегитесь, Алексей, еще чуть-чуть, и будет какой-то ответ. Скажите, а если вас принудить к езде на скорости 50 км в час, пешеходам от этого слаще жизнь в городе станет? Да нет, конечно, это ерунда абсолютно. А как вы думаете, есть все-таки у нас с вами моральное право нарушителей и пешеходов штрафовать за то, что они лезут под колеса? Или вот Соколов, например, возглавивший Союз пешеходов, полагает, что у нас нет морального права людей штрафовать за то, что они лезут к нам под колеса? Вы знаете, недавно Ахмадинеджад сказал, что они обезьяну в космос запустили. Так, по-моему, она вернулась. Обезьяна вернулась, но, как вы знаете, не та. Не та, да. Ну вот теперь, значит, решила бороться с автомобилистами в Москве. Вы думаете, это происки Ахмадинеджада? Ну, то есть вы подозреваете, что Соколов на самом деле это вернувшийся космонавт иранский с орбиты только что? То есть его подменили там, и он реинкарнировался у нас здесь? Да, вполне возможно. Глупости человек говорит, очевидно. Как на это реагировать? Как на глупость? Да, действительно, я согласен. Глупость, причем такая какая-то очень агрессивная, что удивительно. А Сергей у нас на линии. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Кстати, по странному стечению обстоятельств, моя фамилия тоже Соколов. Знаете, это не характеризует вас очень плохо, хотя настораживает. Ну да, надеюсь. Ну, смотрите, я сначала хотел вам задать 3 вопроса в комплексе. Задавайте. У меня сейчас есть любимая машина, 211 Mercedes, 200-й. Ух ты. И он вот ровно сегодня пробежал 175 тысяч километров. И вопрос первый. Он вот до этого, ломались многие вещи, те, которые мне там даже предупреждали, что они сломаются, ЦГРМ, звездочки, например, и так далее. Но глобально, в общем, я его обслуживаю хорошо, он еще очень бодро бегает. Мне его подавать жалко. Как вы посчитаете, сколько на нем можно более-менее безопасно отъездить? На нем можно безопасно ездить очень долго, потому что эта машина все-таки еще немножечко временами даже такси, и у нее разумный пробег, это где-нибудь так 1450-550, и у вас только машина вступила в пору молодости. Поменять еще пару раз там что-нибудь по расходникам, это для вас, я так понимаю, нормально совершенно. Машина не пугает этим. Ну, она меня пугает тем, что вот как раз вроде как возраст солидный, пора бояться. Нет. Ну, кроме того, этот двигатель самый неудачный из всей линейки, по-моему. Это страшная тайна, это чудовищное откровение человека, который выносит ссор из избы. Я никому не буду говорить вашу фамилию, но не принято признаваться в том, что у Мерседеса бывают на солнце темные пятна. У них этих двигателей, самых неудачных, знаете сколько? У них каждый второй двигатель такой, что хочется спросить, глядя нежно в глаза инженерам: ребят, вы что курили, когда это делали? Или это у вас такая специальная задача была, чтобы клиента родного обнимать в сервисе чистыми белыми перчатками раз в неделю? Кстати, так оно и есть. Я такие мысли исповедую. Чтобы время эфирно не тратить, я услышал приятную мысль от себя, спрошу такое. Я просто обожаю именно этот кузов, именно эту модель. Я думаю, что, может быть, можно попробовать, например, привезти в Европе, они бывают практически не бушные, в той же Германии. Может быть, вы знаете, как это вообще еще реально в нынешние времена, привезти машину из-за рубежа, слегка бушную, 4-3 лет? Да-да-да, это абсолютно реально, и до сих пор существуют ходы, существует нормально. То есть эта поездка, она не сравни полету на Марс. Это абсолютно нормальная бытовая ситуация, когда вы вышли с утра в магазин, но вместо того, чтобы купить макароны и кефиры, поехали в Германию, купили себе Мерседес там. Другое дело, что это надо уметь делать, потому что, представляете себе, сколько поляков там и прочих достойных ребят нашего российского менталитета в душе паразитирует на перепродаже этих Мерседесов со скрученными спидометрами. Хотя у них это преступление, но кто же отказывается от лишних денег? Потому что, имейте в виду, немец никогда не будет продавать машину, просто потому, что она ему надоела. Он до стольника на ней ездит сам. Значит, если вы видите машину, которой 3 года, у нее пробег 30 тысяч, значит, это вранье. Такого не бывает.
Просто не бывает. Ну, в том-то и дело, что я много нашел таких с пробегом в 20-30 тысяч. Не бывает. Именно таких же моделей. Не бывает. Не бывает в Германии. Значит, это уже скрученный спидометр. А вы это на немецких сайтах нашли или где? Ну да, да нет, собственно, я некоторые даже в салонах посмотрел. Вроде как, свет действительно такие блестящие. Но... Вот представьте себе логику немца жадного, который удавится за пфенинг, который брал эту машину, в том числе ну, в кредит, логично. Либо в лизинг, и он откатал 20 тысяч, а потом Мерседес продал. Он, то есть, не в курсе был, что у него на руке сверкал Rolex позолотой. Он подумал, что это был Swatch, надоел и выбросил в урну. Ну, не бывает так. Вот вообще не бывает. Причем даже да, если... грамотная мысль. Причем, если эта машина даже, условно говоря, например, из какого-нибудь флит-парка, или она из проката, то она тоже не бывает с 20-тысячным пробегом, потому что вот эти все машины, которые попадали сначала в бизнес, ну, куда-то там, например, в прокат, они реализуются после минимальной продажной подготовки в кругу своих. Потому что это Мерседес, особенно когда это же Мерседес, и даже немцы не дураки знают, что такое Мерседес. Эта машина уходит по друзьям, по другим надежным местам, потому что чаще всего у нее еще даже гарантия есть. Ну, а если, например, я одну из машин смотрел прямо в сервисе, ну, в официальном дилере в Берлине, там-то можно им верить или то же самое? Пусть покажут... Она прям даже в гарантии по Германии. Пусть покажут сервисную книжку и внятно объяснят. Да, как... и сервисные книжки, действительно. Хотя сервисные книжки, конечно, мы же с вами тоже умеем рисовать. Давайте... Не, ну я исходил из того, что они вряд ли бы гарантию давали, если бы машина была кривая. Они там годовую гарантию еще оставили. Они могли давать годовую гарантию от себя, то есть это годовая гарантия того юридического лица, которое где-то добыло эту машину. Но из этого не следует, что у нее тот самый пробег, который был заявлен. А пробег у нее был какой-то смешной, да? 22 тысячи километров. Ну, не бывает Мерседеса, прошедшего обкатку и проданного, тем более в трейд-ин сданного. В трейд-ин сдают машину, ну, когда от нее избавляются. У нее была какая-то очень серьезная особенность биографии. Да, по-моему, авария, что-нибудь такое. Дайте, я сильно подозреваю, что эта машина «Тоталь», пришедший... на восстановление после краш-теста. То есть ее кто-то где-то зверски разбил, и пробег в этой связи у нее может быть реально 22 тысячи. Ее выкупили, ее обратно на стапель загнали, там ее собрали, и теперь с гарантией непосредственного участника этого восстановления пытаются ее продать. Эта машина была намотана на столб. Отскребли, собрали и продают. Понял. И хорошо, тогда последний вопрос по машинам. Скажите, а Dodge, вот, там, например, там, Challenger или Charger современные, новые, их в Москве можно купить так, чтобы потом не огребать проблем с сервисом, с частями и так далее? Можно. Нельзя. Можно, потому что у нас официальное дилерство возрождено, у нас потихонечку стали произрастать новые сервисные центры, но купив машину, вы только-только оплатили все будущие проблемы. У вас будут запчасти, будет улыбка продавца, вы через какое-то время будете знать поименно всех слесарей и на подмену купите себе еще что-нибудь. Потому что эти машины, ну, они неплохие, но с ними все-таки трудно. Вот ваш Я на самом деле о Dodge думал, потому что вот я заглядывал под одним. Это, ну, я знаю, что они вроде как на той же платформе, что и 211, действительно очень похожи выглядят. Думал, может быть, как более идейный наследник. Ну, тоже, видимо, не стоит. Знаете, вот эти вот разговоры о том, что Chrysler 300 — это E-класс Mercedes предыдущего поколения, ну, да, конечно, рядом лежало, но не настолько близко и достаточно давно, чтобы можно было... Ну, подвеска снизу вообще неотличима, в принципе. А вот при этом, знаете, Федот да не тот. Едет по-другому, ну, выглядит иначе, и что самое главное, живет немножко по-другому. Живет достаточно долго и мучительно. Ай, у нас в какой-то веке в нашем мужском клубе на горизонте появилась женщина, Надежда. Добрый вечер. Здравствуйте, Надежда. Я второй раз уже на вас попадаю. Удачно, что вас перевели в прайм-тайм. Все-таки вечером рад. Лучше, да, чем днем. А я буквально на секунду сама езжу очень долго на дизеле. Был второй диско, ТД, что-то. Не помню, что уже, ТД-3. Угу. Был третий диско, был рейндж дизельный. Сейчас вот на X3 калининградской сборке езжу. И есть друг, который знает такое слово «бордаль». И вот сегодня с ТО забрала машинку, залили мне мое масло бордалевское, туда добавил муж какую-то волшебную присадку. Тихо, мягко, она и так-то нормально работала, да, то есть все было хорошо.
Ну вот это просто чума. Рекомендую. Ой, как хорошо. Надежда, по-моему, я только что поговорил с счастливым человеком, у которого все складывается. Ну, скажите, наверное, не знаю. Надежда, не задумывалась. Надежда, вы готовы к снижению официальной скорости, да, в городе? Вот, я хотела что самое главное сказать. Да? Ну, понятно, что Хельсинки, пардон, деревня по сравнению с Москвой. Это да. Но вы знаете, на самом деле все-таки скорость matters, имеет значение. И на самом деле, вы же понимаете, что средняя скорость по городу, по компьютеру, она не превышает 53 километров. Да, она меньше. И вот эти вот, ну, я так вот помню, какие там я в свое время смотрела данные, была той, которая вот первая со светофора, и вот по-разному. Но сейчас такой трафик, что действительно все-таки небольшая скорость, это в любом случае уважение к людям. Потому что ребенок, взрослый, неважно. То есть вот адекватность водителей все-таки, ну, в городе должна быть. Потому что я все-таки в железном коне сижу. Надежда, вы адекватны? Вот лично вы адекватны на своих дизельных машинах? Стараюсь. И даже если я очень волнуюсь и очень спешу, стараюсь быть адекватной, понимая последствия. Вы снижаете скорость там, где знак, там, где переход, там, где 40 км в час, 20 км в час, лежачий полицейский? Я не выполняю нормативы, однозначно. Но там, где написано 40, я, по крайней мере, еду 60. Я снижаю скорость, когда вижу знак ограничения. Если я его вижу. Хорошо. Потому что, ну, там вот бывают замаскированные там в листве. Ой, Надежда, спасибо вам. Порадовали. Возможность пообщаться со мной по телефону 65-10-9-9-6 есть у многих, но ее реализует Виктор раньше остальных. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Сергей. Говорите. Два момента хотел по поводу пешеходов сказать. Давайте. Во-первых, общество пешеходов таково, а у нас общество автомобилистов, это кто, Лосаков у нас получается? У нас Похмелкин пытается, будучи пешеходом, руководить интересами автомобилистов. Пока у него не получается. Лысаков, у нас свобода выбора, это немножечко про другое. Ну, понятно. Ну, во-первых, если по существу, действительно, от общества автомобилистов бы встречные предложения увеличить скорость до 80, как минимум, на всяких центральных магистралях. А в обмен, пожалуйста, 50 километров на переулках, мелких улицах. А как вы думаете, Виктор, имеет ли смысл, в принципе, затевать разговор о скорости? Ведь как-то потихонечку на второй план уходит самое главное — вопрос безопасности. В нашем городе и в любом городе нашей страны действительно опасно, там, где пересекаются дороги пешеходов и автомобилей. Но из этого не следует, что скоростью, ограничениями и репрессиями мы можем что-то изменить. Мы можем изменить только, в принципе, другим подходом и к себе, и к поведению, и к переходу улицы. И у нас не должно быть, в принципе, обычных наземных пешеходных переходов. Они должны быть безопасными, то есть либо под землей, либо над землей. Алло. Да. Я, конечно, с вами согласен. Я именно про это и говорю, что центральные магистрали должны быть обустроены. Любые магистрали должны быть обустроены. Подождите, ну в центре города, ну согласитесь, там многие улицы, ну нереально там сделать, и, так сказать, везде пешеходные подземные переходы, и не нужно это делать. Смотря какие, Виктор, ведь если речь идет о какой-нибудь исторической застройке, неважно, Московской, Пермской или Пскопской, там, где совсем узкие улицы, да, действительно, и при небольшом трафике, но вообще-то ведь нам с вами внушили, давным-давно внушили, что дороги — это очень дорого и не по карману, а уж подземный переход выкопать — это же проще на Луну слетать, и мы с вами несем в себе этот бацилл уверенности, что это очень дорого, но почему-то у нас хватает денег на Олимпиаду, и у нас не хватает денег на то, чтобы закопать всех пешеходов в безопасные подземные переходы и позволить им не попадать под колеса. Особенно если у нас идет, например, двухполоска. Вот там, где две полосы, хорошо, на однополосной, допустим, там разумно еще где-то как-то оставлять надземный. Но если две полосы и более, не должно быть открытой возможности у человека попасть под колеса. Это задача государства. Это не союз импотентов, он же союз пешеходов, простите за оговорку, должен бороться с водителями и выходить наверх с предложениями кого-то как-то ограничивать. Тот же самый союз пешеходов, пожалуйста, вперед в Государственную Думу, ассигнование, давайте копаться в земле, давайте взметаться в воздух, но давайте мы разведем эти потоки, если мы дорожим хоть кем-то. Я с вами согласен. Но это немножко другой вопрос. Я хочу сказать, тут два момента. Вот
То есть мелкие улицы, я уже сказал, ну, те же тоже бульварное кольцо возьмем, но там неразумно строить, очень некрасиво будут какие-то пешеходы, даже и что вниз, что вверху они будут. Что там. Виктор, вот, вы за границей были где-нибудь в Германии, например? В Германии не был. Хорошо, в какой приличной стране вы были? Во Франции, в Испании? Не был. Вот с этой проблемой там тоже столкнулись. И им тоже очень не хотелось своим вот урбанистическим вторжением менять красоту сложившейся застройки. Они пошли по другому пути. Во-первых, они там, где это было неизбежно, стилизовали. И по Германии идешь, и иногда натыкаешься на подземный переход, который украшен так, что больше всего напоминает вход в подземную картинную галерею. Либо это вертикальные лифты. Особенно они это практикуют не только в переходах, но, например, когда нужно углубиться под землю на паркинг, или когда это для инвалида. Вот инвалиду в метро спуститься очень тяжело, колясочнику. И посреди зеленого газона стоит потрясающий стеклянный павильон с легкими вкраплениями алюминия. Выглядит невероятно эстетично. По эстетике не уступает общественному туалету города Парижа, который можно показывать всем, предупреждая, что политическое убежище — это не сюда. Хотя очень многим хочется. То есть можно красиво сделать все. Красиво можно обустроить абсолютно какой угодно кусок своей жизни. Но мы с вами опять-таки привыкли к тому, что забор должен быть кривой, на нем написаны три буквы, урна заплеванная и перевернутая, а скамейку уже тихо бомжи взяли и испоганили. Может быть, жизнь красивая. И можно в старом центре выкопать аккуратненько и красивенько. Иногда получается шедеврально. Алло. Да. Я не против. Ну, давайте. Спасибо. Даже... Вот, алло. Да-да-да. Я вот даже с точки зрения, давайте, пешехода возьму. Ну, вот мне подземный переход, ну, не очень охота залезать. Понимаете, я лучше вот перебегу перед машиной, чем вы мне предлагаете подземный переход. Я просто хочу сказать главное. Вот сейчас звонила Надежда передо мной, там, ну, не запережу. Да. Она говорила, вот где знак 40, я условно говоря, еду 60. Где 60, я еду 80. Вот исходя из этого, вот этот Соколов и вносит это предложение. И поэтому я вот и говорю, да, на тех улицах мелких, мне кажется, то есть люди, чтобы немножко понимали, что здесь не надо, так сказать, гнать. А там, где магистрали, более-менее, пожалуйста, наоборот, надо увеличить. Вот такое мое мнение. Виктор, понятно. Скажите, а что изменится? Надежда едет 80 там, где можно 60, и будет ехать 70 там, где можно 50. Что изменится? Изменится то, что... Сумма штрафа изменится. Нет. Штраф — это, да, отдельная тема, я не буду даже подходить к этому. Понимаете, у многих... Вот вы водитель со стажем, скажем так, большим, там, советским, скажем... Вы все понимаете, так сказать, на уровне, как говорится, на другом уровне, где можно ехать, где нельзя, при каких дорожных условиях можно ехать, при каких нельзя. Но многие современные водители, ну, скажем так, не молодые, а просто современные, давайте так назовем. Согласен, да. Так, с физикой и вообще вот с этой логикой, здравым смыслом, напряженочка небольшая. Но их же, 50, их же знак 50 не остановит, так же, как их не останавливает вообще никакой знак. Да нет, зря вы думаете, но... Понимаете, я просто сам этим инструктором работал. Ну, знаю я эту психологию девушек и мальчиков современных. В общем, понимаете, они, ну, на мой взгляд, ну, вот слепо выполнить правила дорожного движения, да, это пожалуйста. А вот подумать головой, не, это что-то чересчур за меня что-то хотите. Понимаете, в чем дело? Вот на мой взгляд, вот те водители старые, они слепо не выполняли правила, но их придерживались, как говорится, и было лучше. Чем вот сейчас нас призывают к слепому выполнению правил, и гораздо хуже все обстоит. А почему у нас водители, тем не менее, нарушают правила дорожного движения? Есть какая-то одна глобальная причина? Неважно, знак это, красный сигнал светофора или там проезд перекрестков. Вот почему нарушают? Да я всю жизнь нарушал. Вот я за себя скажу. Ну, всю жизнь нарушали? И чем вас можно урезонить? Как можно вас заставить быть паинькой и вести себя в полном соответствии с ПДД? Деле, вот эти пробки, мне они 100 лет не нужны, чтобы ездить. По сравнению с 60-ми годами, это не езда, а ерзание. Это да. Ну хорошо, а делать-то с вами что? Вот вы всю жизнь нарушали, и сейчас на чашу весов кидается ограничение до 50 км в час. Что с вами делать? Одно поможет другому? Если снизят разрешенную скорость в городе, вы будете ездить по правилам после этого? Я вам еще раз говорю. Вот там вот таксисты, условно говоря, советской закваски. А вы, минуточку, Виктор, да, а вы? Меня туда запишите, да. Так вот,
они нарушали грамотно, при этом, так сказать, не попадая в аварии. А эти водители вроде как ничего не нарушают, типа артистов наших, но каждый день практически в аварии. Виктор, а может просто пешеходы состарились? Раньше ножками они живее перебирали и успевали удрать, а сейчас понимают, что от машины, несущейся на 60, уже не удерут, а на 50 еще могут попытаться. Знаете, как я говорил тем же ученикам, покажи мне, как ты переходишь улицу, я скажу, как ты ездишь. Да, я согласен с вами. Эх, как живем, в общем, так и бегаем, в том числе за автобусами. Последние минуты тайма, и тем не менее, Дмитрий у нас. Дмитрий, здравствуйте. Доброго вечера. Здрасте. Очень приятно слушать вашу передачу впервые с вами. Попомнил там. Спасибо вам. Такой простой вопрос. Есть старенький Grand Cherokee, 2006 год, DJ, переделанный в инвестиционную машину. Но, в общем-то, понимаю, что в течение там 3-4-5 лет он окончательно умрет. Что могли бы посоветовать именно для выездов далеко? Если вы хотите экспедиционную машину, то либо вы идете на вторичный рынок и ищете себе какую-нибудь сотку, либо 105-ку, либо вы идете на первичный рынок, но там, соответственно, приобретаете машину чуть более современную, насыщенную, ну, не то чтобы электрическими чудесами, но просто сделанную по другим канонам, под уже более мягкий мир. Сотка, она все-таки колун, она еще под первооткрывательство природы. А вот какой-нибудь Pajero Sport, который тоже хорошо лифтуется и превращается в экспедиционника, он просто сделан уже по канонам немножечко другим. Но на сегодняшний день это одна из немногих машин, которые можно действительно превратить в покорителя бездорожья, пространств и открытия новых географических точек. Либо вы уходите в пикапостроение, но там нельзя сказать, что удобный кузов. Меня, например, пикапы не устраивают. Понятно. А что, ну, кстати, по поводу возможного дальнейшего развития Рэмблера? Вот Ренглер, вы видели, как они его удлинили? Да. Вы катались на нем? Да. Ну и как? Ну, в общем, на удивление, для современной машины, на удивление, проходим. Да, вот этот Рубикон неплох, тем более после того, как они у него из-под катализатора убрали поперечину, эти машины перестали гореть в сухостое. Там осталось, например, сделать такую вещь, как печку второму ряду, потому что люди сидят на передних сиденьях зимой в трусах и в майках, а сзади двое уже умерли, потому что тепла там не было. Вот если они будут не изобретать новую машину, а доводить до ума эту, то часть экспедиции на Рубиконах я уже видел. Уже ползают они далеко, до Монголии доезжают. Правда, тот, который доехал до Монголии, там же и сгорел. Как вариант. Да, горят они, конечно, красавцы, как танки и немецкие. И если вот вы остаетесь апологетом бренда, то, может быть, да, может быть, действительно, тем более удлиненный, особенно когда он на дизеле, из него получается очень неплохой аппарат, потому что те, кто его изобретал, они-то вот в этих апельсинах знают толк. Другое дело, что не угадаешь по качеству, какой косяк они в него засунули на этапе сборки. Ну да, просто я так понимаю, я являюсь палагетом двух мостов, и так понимаю, что очень перспектива автомобильного рынка приводит к тому, что, вероятно, больше мы их, наверное, не увидим ни у кого. К сожалению, да, потому что, как им кажется, мир становится мягче. Ну, до завтра.